Всем привет, с вами SivPro, и сегодня покажу вам, как дюпать вещи в Minecraft Pocket Edition 0.12.1. Для дюпа вещей нам понадобится наковальня. Самая обычная наковальня, не поломанная, никакая, именно целая. Ставим наковальню в любое для вас место и заходим в нее. Ну, сначала мы берем вещи, которые мы хотим дюпнуть. У меня будет меч и золотая броня. Вот, как видите, мы зашли в это меню, в режим креатива. Теперь ложим сюда свои вещи. Вот сюда и сюда. Так, вот все. Теперь выходим из этого меню. И, как видите, у нас дропнулись вещи, да. Мы можем повторить это еще раз. В это окошко уже ложить нельзя. Вот еще раз. И теперь нам нужно выйти в главное меню и изменить режим нашего мира на выживание. И после этого мы заходим обратно и берем наши дюпнутые вещи. Как видите, мы можем взять эти вещи. Вот я делал свою броньку, но такой дюп, такой секрет. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.